Главный тренер команды «Протон» Маричев Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, сегодня непростая игра. Как оцениваете ваших подопечных весь матч? Ну, немного обидно за первую партию, которую, конечно же, должны были выигрывать. И не смогли дожать немножко соперника. Я думаю, что она повлияла, конечно, на результат. И я думаю, что если мы первую партию дожали, девчонки более бы уверенно бы чувствовали себя на площадке. Вот. И, конечно же, мы будем готовиться к ответной игре. Вот, постараемся максимально создать некомфортные условия для команды «Уралочка» с учетом наших ошибок. Спасибо.